أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله. Уважаемые наши телезрители, приветствуем вас на нашем телеканале Хади ТВ3 и хотим принести свои соболезнования в связи с гибелью дочери посланника Аллаха Фатимы Захры, саламу Аллаху алейха. В связи с этим трауром, с этим событиями, с этими, мы приглашаем в нашу студию гостя, который разъясняет нам очень важную тему, именно роли госпожи Фатимы Захры в истории человечества, в истории ислама, в общем, в истории с точки зрения ислама. И сегодня опять же мы пригласили в студию Ходжат Ислам Аль-Муслимин Шейх Гурбана. Ассаламу алейкум, Шейх Гурбан. Алейкум ассаламу рахматуллахи баракату. Уважаемый Шейх Гурбан, на последней передаче мы начали обсуждать хадисы, приведенные вами из суннитских источников, то есть это те источники, которые принимаются большинством мусульман, где говорится в Сахих Муслиме, Сахих Бухари, что Фатима, саламу алейха, является частью пророка, обидевший ее обидел пророка, обидевший пророка и обидел самого Аллаха. То есть именно гнев Фатимы – это гнев Аллаха. И потом вы привели другой хадис, где она была разгневана на некоторых из сподвижников пророка после смерти пророка. И в таком состоянии она ушла из жизни, именно разгневана на них. Я думаю, все-таки с этого момента было бы неплохо продолжить. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وهو خير ناصر ومؤين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. Я приветствую дорогих телезрителей Хади ТВ3. То, о чем мы говорили, те предания, которые вы упомянули, это та внешняя сторона роли ее светлости Фатимы Заграс, саламу Аллаху алейха. И то, что мы можем привести как в качестве толкования того, что сказано в Священном Коране. Аллаху нуру самавати валь ард, масалю нурихи камишкатун фиха мисбах, что Бог является светом небес и земли, и пример света Бога, есть пример света Бога, обратите внимание, не сам свет Бога, а пример света Бога есть мишкат, в котором есть огонь, есть свет. То есть лампа, в котором есть свет. Ну и далее продолжение, я весь аят переводить и зачитывать не буду, но это тот аят, который содержится в суре, ну, свет, нур. И когда имам Садык, алейхиссалату вассалам, говорит, что под мишкатом, то есть под этой лампой или под этим окошком, ну, там есть разные значения, но все эти значения, то есть разные толкования, разные видения того, что здесь под мишкатом подразумевается, но все они, как ни странно, при всем своем различии указывают на одно и то же. Обратите внимание, я хочу это подчеркнуть. То есть мишкат – это нечто, что охраняет этот свет. Понимаете? То есть и здесь не зависит от того, что здесь окошко имеется в виду, из которого источается этот свет. Или это лампа, в котором находится этот свет. Неважно, в любом случае, так или иначе, является хранителем этого света. Хранителем, через которое проникает в окружающий этот свет. Посредством которого этот свет, который внутри этой лампы, проникает в окружающее. И самое поверхностное, которое доступно каждому. Вне зависимости от того, является этот человек верующим или неверующим, вне зависимости от степени его веры, это та внешняя сторона, для разъяснения которого мы приводили предыдущие, упомянутые вами сегодня предания, о том, что гнев Фатимы, саламуллах алейха, это гнев посланника Аллаха, саллаллаху алейхи ва салям, и другое предание, где мы обнаруживаем, что она была разгневана на первого халифа, на сподвижников Сакифы. Была разгневана. Можно ли отметить ее роль, то, что одна из ролей Фатимы в истории, это было то, что она раскрыла лицо тех, кто не был искренне, ну, можно сказать, лицемеров, раскрыла лицо лицемеров, потому что мы знаем, что Фатима такая личность, что ей имущество даже в большом количестве не имеет никакого значения, потому что она свое последнее имущество отдавала бедным, как мы знаем. Да, совершенно верно. То есть повод был, чтобы раскрыть лица тех, кого должны были люди узнать. Это как раз та самая внешняя толкование, внешняя сторона, внешнее толкование этого аята, которое мы можем привести. То есть внешнее толкование этого аята. Она этими своими действиями дала новое свет. Дыхание этому свету Бога. Она не позволила этим лицемерам, этой тьме взять верх.
полностью погасит свет Бога, она этим действием своим. И Бог через нее, Бог через Фатиму Захру, саламуллах алейха, сохранил свой свет среди людей. Это что значит сохранил? Это значит, внешне это значит то, что мы как раз сказали. Она для верующих, для искренних. Потому что вот обнаруживаем людей, которые молятся, у них там мозоли везде. Да? Потому что, обратите внимание, посланник Аллаха, саллаллаху алейхи ва салям, в достоверном предании сказал, что придет время, когда будут люди, которые будут утверждать о том, что они являются верующими, но вера не дойдет у них дальше их глотки. То есть их глотка – это самое глубокое место, куда проникла их вера. В сердце их вера не проникла. Это значит, что эти люди просто утверждают. Они могут очень красноречиво, очень убедительно говорить, и глотка, потому что у них вера в глотке. Они могут очень красиво, убедительно говорить о том, что они верующие, говорить о Боге и говорить о Единобожии. Как мы это сегодня обнаружим, например, у группы, называемой ваххабиты, в особенности тех из них, кто террористы и так далее, люди, которые детей режут, убивают детей или же оправдывают их убийство. То есть этих людей, да, человек может утверждать вере, о своей вере и так далее и тому подобное, но это не значит, что он верующий, потому что он может только, потому что в самом священном Коране множество раз говорится, что «Калу аманна», ну, они говорят, что мы уверовали, «Вама хум бимуминин», но они не являются верующими. يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشكرون. Они никого не обманывают. Они пытаются обмануть Бога и верующих, но никого на самом деле не обманывают, кроме самих себя. وما هم يشكرون. Но они этого не понимают, сказано в аятах священного Корана. То есть они утверждают о том, что они являются верующими, не будучи верующими. Но при этом сами этого не понимают. Сами могут даже быть... Почему? «Фи кулубихим марадун фазадахумуллаху марада». Потому что у них болезнь в сердце. Когда болезнь в сердце, эта вера туда не проникает. И они сами даже не понимают, что они являются худшими из людей, омерзительнейшими из людей. Являются врагами Бога, не то чтобы верующими в Бога. Но сами считают себя самыми верующими, самыми лучшими из людей. И далее там имеются и другие аяты, которые на эти смыслы указывают. Я к тому, что человек не всегда понимает, но есть среди, ведь и заблудших есть люди, которые по-настоящему уверовали среди заблудших людей. По-настоящему уверовали в Бога. Те, у которых нет болезни в сердце. Эта болезнь не появляется с рождения, это... Хотя и до рождения действия и поступки родителей имеют влияние, но все-таки эта болезнь взращивается посредством, эта болезнь сердца взращивается посредством грехов, ошибок и так далее и тому подобное. Грехов, преступлений, которые они совершают, самообмана, который они совершают, это развивается. Но среди и заблудших людей есть люди, которые уверовали. Но почему они заблудшие? Потому что свет этот до них не дошел по тем или иным причинам. И эти люди, эти верующие люди, обнаружив этот факт, обнаружив, что гнев ее светлости Фатиме, саламуллах алейха, является гневом посланника Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, и наряду с этим обнаружив в Сахих Бухари, что ее светлость была разгневана на Абу Бакра, они не будут больше последователями этого учения. Они не будут оставаться последователями учения Сакифы. Они отвернутся от этого учения. Верующие люди таковы. Это вера, это свойство и качество веры. А если человек обнаруживает этот факт, сталкивается с этим фактом, но все равно остается последователем этого ложного, темного учения, учения Сакифы, то значит он тот самый человек, о котором его светлость посланник Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, сказал, что это придут люди, вера которых не достигнет их сердце, не пройдет через дальше их глотки. Но самое страшное, эти люди обычно говорят, что, как они обычно размышляют, что 100% есть на этот ответ какой-то, но какой ответ мы должны поискать?
И в итоге они никогда этот ответ не находят. Просто они думают у себя в голове и верят в то, что на самом деле есть ответ, есть какое-то разъяснение этому, ну а какое-то разъяснение, где оно находится, они не знают. Это ну, как бы успокоение какое-то. О каком ответе здесь может идти речь? В одном предназначении. Здесь ясно, двусмысленно, ничего, здесь да, ничего сложного нет. Была его святость, посланник Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, сказал, что тот, кто разгневает ее, разгневал меня. Да? Ну, о чем здесь можно говорить? Мы, это та самая группа людей, которые говорят, что когда Умар ибн Хаттаб перебил его светлость посланник Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, понимаете, в глазах этих людей посланник Аллаха – это просто обычный человек, просто имеющий при себе особую книгу, которую он принес для человечества, не более того. Он то же самое, с ним можно обращаться, как с обычным человеком, кричать на него, перебивать его и так далее. У верующих нет такого качества перед посланником Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям. Верующие все, что дает посланник Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, берут. И то, что он запрещает, отказываются от этого. Верующие не повышают голос перед посланником Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям. Верующий не считает должным и нужным и возможным для себя предлагать что-либо посланнику Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, в качестве решения. В качестве решения альтернативного решению самого посланника Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям. А когда этот второй халиф перебивает его светлость, говорит, что нет, не нужно делать то, что он говорит, что он бредит и так далее, наузу биллах, и люди приходят сегодня, ученые, мыслители, учителя, их учителя приходят и находят этому оправдание, о чем здесь можно говорить. И понятное дело, что когда его святость посланник Аллаха, саллаллаху алейхи ва алейхи ва саллям, говорит, что кто разгневал ее, разгневал меня, а потом обнаруживают, что она была разгневана на Абу Бакра, конечно, здесь они будут искать. Это люди больные, больным сердцем, люди, в сердцах которых находятся. Самое смешное, что они еще оправдывают это, говоря о том, что он не таким тоном сказал, он другим тоном сказал. Хотя там, во-первых, тон даже не указан, и, во-вторых, в каком бы это тоне не было сказано. Это измышление и оправдание, не более того. Шейх Гурбан, мы проведем небольшую паузу, после чего продолжим. Иншаллах. Уважаемые телезрители, оставайтесь с нами, после небольшой паузы мы продолжим обсуждать данную тему и разъясним более подробно, где была проблема, где разошлись мусульмане между собой. Оставайтесь с нами. Уважаемые телезрители, мы проливали небольшую паузу, на которой пытались разъяснить о том, где ошибаются мусульмане и где они расходятся между собой. Шейх Гурбан, вы рассказали о том, что люди находят оправдание действиям некоторых людей только из-за того, что они являются подвижниками, только из-за того, что они были рядом с пророком и видели пророка. И поэтому, по этой причине, люди пытаются найти оправдание их действиям, которые на самом деле противоречат религии, противоречат вере настоящего верующего человека. Да, то, о чем мы говорили, это внешнее. Внешняя роль ее светлости Фатима Тазахара, саламу алейхи, которая доступна пониманию каждого человека. Каждый человек, вне зависимости, верующий или неверующий, он эту роль
ее светлость Фатимату Захра, саламулла алейха, способен понять. Но есть и глубокая, более глубокая смысл, глубокая роль ее светлости Фатимату Захра, саламулла алейха, и более глубокое толкование смысла аята, который мы зачитали ранее, Аллаху нуру самавати валь ард, масалю нурихи ка масали мишкат фиха мисба, то есть более глубокое толкование этого аята, оно уже недоступно каждому человеку. Здесь уже человек должен обладать верой. Это роль, которая намного выше, намного превосходнее, намного более влиятельна, намного более значима, чем та внешняя роль, она уже доступна верующим. Это вера, через веру можно постичь эту роль по-настоящему. И через веру можно постигать эту внутреннюю связь между причинами и следствиями. Когда мы обнаруживаем причины и следствия внешние, но есть причины и следствия и внутренние, глубокие причины и следствия, которые обычным пониманием, обычным взглядом просто не видны. Это не видна эта связь между причинами и следствиями. И поэтому, чтобы понять эту роль ее светлости Фатимату Захра, саламулла алейха, нужно обладать верой. И чем больше человек обладает верой, тем лучше, тем яснее он это понимает, понимает роль ее светлости Фатимату Захра, саламулла алейха. И, конечно же, здесь самыми лучшими в разъяснении этой роли ее светлости могут быть непорочные. И прежде них сам Бог, сам Всевышний, и когда Он приводит, когда Бог приводит в пример своего света и приводит ее светлость Фатимату Захра, саламулла алейха, речь идет именно в первую очередь об этой роли, об этой глубокой, глубинной роли. И когда мы обращаем внимание на предания от непорочных, мы опять-таки это видим. Это мы, разбирая ранее эту глубокую роль, более глубокий смысл этого аята, мы говорили о том, что здесь разное можем привести, разные стороны этой роли и этого влияния привести. Ее светлость Фатимату Захра, саламулла алейха, была матерью этих имамов, которые сохранили эту роль, сохранили этот ислам, сохранили свет Бога. И это, конечно же, величайшая роль, потому что это совершенно не случайно, что это абсолютно не случайно. Хотя внешне, конечно, если мы будем судить по обычным нашим законам, по обычным нашим представлениям, мы до этой причины и до этой связи не доберемся. Это совершенно не случайно, что эти имамы, эти 11 имамов, имам Хасан, имам Хусейн и последующие имамы, вплоть до имама Махди, аджалаллаху фараджаху шариф, все они, алейхим ассалам, были из рода, были потомками ее светлости Фатимы Захры, саламулла алейха. Это совершенно не случайно. И в этом есть огромная роль самой Фатимы Захры, саламулла алейха, в том, что свет сохранился посредством ее потомков. Потому что, как мы говорили и подчеркивали это ранее, очень многое влияет на человека. Потому что эта роль, которую играли имамы, она очень чувствительна, она очень ответственна, она очень сложная со всех точек зрения. Это очень ответственная, сложная роль, миссия, очень сложная и ответственная миссия, которую не способен перенести не то чтобы простой человек. Даже пророки Бога, многие пророки Бога не смогли бы перенести эту роль. Не смогли бы исполнить эту миссию. Это особенная и очень сложная миссия, в особенности в этой атмосфере, в этой среде, после его светлости посланника Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, когда возникла эта фитна, эта смута. Смута подобна туману. И еще лучший пример приводит сам Бог, подобно аукезулюматин фи бахрин люджиин, подобно тьме, мы говорили об этом. То есть, когда человек находится в такой среде, что человек может в тумане? Представьте себе человека, находящегося в тумане. Очень сложно.
И представьте себе человека, который хочет показать ему путь в этом тумане. Указать, сказать, я знаю путь, последуй за мной. Насколько тяжело человеку в такой ситуации за кем-то последовать. Найти выход из ситуации, найти верный путь. Не говоря уже о тьме, который говорит сам Бог. Подобно тьме в морской пучине, на дне моря, которое покрыто волной, эта волна, над этой волной другая волна, над этой волной облако, скрывающее всякое проникновение и препятствующее всякому проникновению света. Как в такой ситуации? То есть это очень ответственная роль, это ответственная миссия, которую играли имамы. И чтобы и здесь человек должен обладать невероятными качествами. Эти качества обретаются разными способами. Через воспитание, как, например, в случае с его светлостью Али ибн Аби Талибом, алейхиссалату вассалам, который оказался с самого детства в воспитании и под попечительством его светлости посланника Аллаха, саллаллаху алейхи ва салям. То есть его светлость пророк взял на воспитание с самого маленького возраста его светлость Али ибн Аби Талиб, алейхиссалату вассалам, и сам его воспитывал. Дал ему то воспитание, которое в последующем сыграло очень важную роль в жизни его светлости, в его миссии, в той миссии, которая была возложена Али ибн Аби Талиб, алейхиссалату вассалам. Но немаловажную роль здесь играет и отец, и мать. И это очень колоссальная роль, это непростая роль. Мы в своем поверхностном понимании эту роль можем не понять, но это невероятная роль. Это очень значимая роль в формировании, в духовном формировании человека. Родители играют просто колоссальную роль. И эти 11 имамов должны были быть потомками именно такого человека. И обратите внимание, пророки, все пророки являются потомками Ибрахима, алейхиссалату вассалам. Не было бы той битвы, того сражения за единобожие его светлость Ибрахима, алейхиссалату вассалам, мы бы получили бы все эти религии. Почему не получили бы? Потому что эти пророки, на них возлагалась невероятная сложная миссия. И они должны были обладать определенными качествами, духовными качествами. Конечно, это не значит, что все их потомки были хорошими. Почему? Потому что человек, родившись уже с качествами, с возвышенными качествами, может разрушить эти качества, может пасть, может деградировать. Но все равно это... Та, если хотите, генетика, да, если выражаясь более понятным языком, та генетика, полученная от достойных, знатных, возвышенных родителей, это как некий такой капитал, который играет очень важную роль. Обратите внимание, я приведу одно предание от имама Садыга, алейхиссалату вассалам. Я не знаю, правда, сколько у нас времени осталось здесь. Много времени есть. Да, от его светлости имам Садыг, алейхиссалату вассалам, приведено одно предание, в котором говорится о том, почему ее светлость назвали Захра. Некий человек у его светлости спрашивает, почему Фатимату Захра, саламуллаху алейха, называлась Захра? Почему ее назвали Захра? Но я объясню, Захра означает жемчужина. Означает жемчужина. Но жемчужина в каком значении, это тоже нужно понимать. В значении света. То есть, когда говорят Захра, говорят очень светлая. То есть, имеется в виду, что она настолько светлая, чистая, чистый свет. Чистое добро, если говорить более понятным для русскоязычных языке. То есть, Захра, то есть, когда мы говорим Фатима, то есть, Захра, мы говорим Фатима, которая была, которая есть чистый свет, есть озарение. Ее светлость Фатимату Захра, саламуллаху алейха. И когда имам Садыг, алейхиссалату вассалам, спросили, почему ее так назвали, он сказал, «Лианна Аллаха азза ва джалла халакаха мин нури азаматихи». Потому что Бог создал ее, дух, душу, ее светлости Фатимату Захра, саламуллаху алейха, Бог создал
из света своего величия. لأن الله عز وجل خلقها من نور أزمته فلما أشرقت أضاءت السماوات والأرض بنورها. И этим своим сиянием ее светлость, когда она воссияла, ее светлость Фатима Таззара, саламу алейха, осветила собой небеса и землю. То есть осветила все творения своим светом. وغشيت أبصار الملائكة وخرت الملائكة لله ساجدين. И тогда ангелы пали в земном поклоне перед Богом. وقالوا إلهنا وسيدنا ما هذا النور. Спросили, что это за свет. فأوحى الله إليهم. И тогда имам Саадик алейхи салату ва салям говорит, Всевышний внушил им هذا نور من نوري. Это один из моих, это свет из моего света. То есть это один из моих светочей. وأسكنته في سمائي خلقته من أزمتي. Я создал этот свет из своего величия. أزمة وأخرجه من صلب نبي من أنبيائي أفضله على جميع الأنبياء. И этот свет родился от одного из моих пророков, которого я возвысил على جميع الأنبياء, над всеми пророками. وأخرج من ذلك نور أئمة. И из этого света я выведу всех остальных имамов, всех остальных руководителей света. وَأُخْرِجُ مِنْ ذَلِكَ النُّرْ. Я выведу из этого света أَئِمَّةً يَقُومُونَ بِأَمْرِ, которые будут следовать и исполнять мое дело, мой приказ, будут оживлять мое дело, оживлять мою религию. يَحْدُونَ إِلَى حَقِّي, будут наставлять на мою истину, на мой свет, на мою религию. وَأَجْعَلُهُمْ خُلَفَاءُ فِي أَرْضِ بَعْدَ إِنْقِدَاءِ وَحِي. Я сделаю их своими наместниками на земле после того, как прекратится откровение, после того, как уже больше не будет пророков, как, например, после его светлости посланника Аллаха, саллаллаху алейхи ва салям, после которого нет других пророков, он является последним пророком. Они именно из ее света, из этого света, от ее светлости, из потомства ее светлости, Фатима Таззахра, саламу алейха, эти люди, которые сохранили, оживили религию, оживили, сохранили свет Бога среди людей, дали человечеству возможность примкнуть при желании, при наличии веры и желания примкнуть к этому свету Бога и обрести вечное счастье, вечное блаженство, приблизиться к Богу. Спасибо большое, уважаемый шейх Курбан. На этом передача наша подошла к концу. Очень была полезная информация для наших телезрителей. А с вами Спасибо. Мы увидимся на следующих передачах. Ассаламу алейкум ва рахматуллах. Алейкум ассаламу ва рахматуллах ва баракату. Уважаемые наши телезрители, на этом мы вынуждены с вами попрощаться. Надеюсь, что эта передача принесла много пользы для вас. И, иншаллах, присоединяйтесь к нам на следующих передачах, чтобы дослушать и узнать более подробно о роли госпожи Фатимы Захры, саламу алейха, в жизни и в человечестве в общем. Ассаламу алейкум ва рахматуллах.